Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Прошлая неделя у нас была неделя бренда Eagle. Мы разыграли 5 4-литровых канистр классного масла на пау-базе Eagle Power 100. Выиграло 5 человек, с чем я их поздравляю. Они все, по-моему, уже найдены у нас, все, со всеми контакт налажены. И скоро им отправим призы, или отправили уже менеджеры наши. Участвовал человек 200 примерно. Я сам убирал личные комментарии. Сегодня я разыграю еще дополнительно 3 дополнительных поощрительных комплекта призов. Что из себя представляют дополнительные призы? Это такая брендированная мерча. Худи игловская. Вещь полезная, реально, там всякие походы, не знаю, подачи и так далее. Теплая худи, она всегда пригодится. Так что с капюшоном тем более классная вещь. И разыграем еще, это комплект не полный, в комплекте еще идет такая вот бутылочка для питьевая, для воды. Она тоже такая забавненькая, нажимаешь, чик, открывается, чик, 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 чик. В общем, тоже такого цвета забавного, классного, яркого. Разыграем эти призы, комплекты призов сейчас, я уже разыграл, я выбрал случайным образом 3 комментария, которые не попали у нас в основной конкурс. Давайте я зачитаю, кто у нас победитель. С ними я уже связался, сегодня написал им на Дзене, чтобы они мне отписались в контакты, написали свои контакты, для того, чтобы с вами связались наши менеджеры. Поэтому не просохайте, пожалуйста, следите, сейчас я называю имена, просматривайте Дзен и отвечайте на комментарии, связывайте со мной в ВК. В общем, кто победил у нас, поощрительные призы получает, это Михаил Громов, подписчик. Зачитаю его комментарии. После введения санкций и ухода компании ценник на все полетел, и уже обслуживать свое авто за обменяемые деньги оригинальными маслами у дилера стало накладно. Пришлось изучать масляную тему в целях, по сути, некой разумной экономии, ибо вообще непонятно было, что лить, у кого покупать. А интервал смены у меня каждые 5-6 тысяч километров. Из альтернатив осталась, по сути, Корея, потому что, первое, масло вывезется официально, аминь. Знакомые и проверенные временем пакеты присадок, абсолютно верно. Возможность купить у официального дистрибьютора на маркетплейсах, это мы, спасибо. Ну и, конечно же, цена. Цена, ну, нормальная для Eagle, для ценника, для Power, тем более, вообще нормальный ценник. Начитавшись и насмотревшись всякого, тема масел стала для меня чуть ли не главной темой, как и для обсуждений, так и для экспериментов, особенно, конечно, распиаренная тема с базами масел. Так я и решил наблюдать за расходом топлива на каждом масле, ведь ПАО снижает трение, более термостабильное, т.д., значит, будет более энергоэффективным, подумалось мне. Перепробовал, в итоге уже ряд масел и на ПАО, и обычно гидрокрекинговый. Конечно, очень понравился КИКС ПАО 1.0W30. Двигатель работал ровно, расход по трассе ниже 5, никогда ниже 5 не падал. И тут я раскошелился и купил Toyota 5W30. Мало того, что мотор работает не хуже, чем на ПАО, так еще и расход 4.5 по трассе. Даже Castrol 5W20 остался от предыдущего Ford 6.47 показывал, хотя это 20-ка. Все же КИКС 0.30 ПАО, 1 это опять B5, C2, вот Eagle 5.30 это ELSA, как и Toyota. Поэтому если не выиграю, все равно закажу себе это масло, потому что это очень уж интересно, как оно себя покажет в сравнении с Toyota 5W30. Это риторика вечно насчет ELSA-ков и ASE, это в большей степени фантазии некоторых людей. Ну, сейчас будут со мной спорить многие. Все-таки смотришь на параметры, на макулярный анализ, цифры вязкости на бумаге, это одно, а когда заливаешь, тут начинается шаблон рваться. Ну, по сути, да, согласен. Единственное, что если в ПАО база нормальная, используется качественно, и плюс, ну, пакеты у них используют, они инфениум для ПАО как раз продуктов, то там что-нибудь накосячишь с ними, проблематично очень при варке, думаю, что все будет работать отлично. Потому что они используют пакет Infinium, и Infinium пакеты для ПАО это самые лучшие пакеты присадок, которые тоже только можно себе представить. А загуститель полимерный они используют качественно. Я знаю какой, не буду раскрывать эту тайну, но поверьте мне, что он очень дорогой. Так, что касается второго... это получается у нас Михаил Громов, подписчик. Мишу поздравляю, тебе я написал, отпишись обязательно мне на ВК. Второй победитель и получающий человек наш поощрительный приз, это Евгений Никифоров. Не первый раз покупаю данное моторное масло с разной вязкостью у Антона. Toyota и Honda выражают особую благодарность за масла, которые не угорают и не угорают, и них, ну, значит, мало пенится и не сжираются. Также благодарит кошелек хозяина за отсутствующий ремонт, долив и шикарный ценник за данное предложение. Ник Евгений Никифоров. Креативчик. Креативич.
Женя, тебя тоже поздравляю, тебе тоже написал. Отвечай, пиши в ВК. Третий победитель это Сангранит. Всем привет. Лотерею нам никогда в семье не везло. Поэтому на везение выиграть уповать не стал. И взял немножко масла Eagle Premium 5W40 для Nissan Murano 2009 года с пробегом 345 тысяч километров. Это бензиновая обжора. Все время использовал оригинальное масло Nissan 5W40. Но сегодняшними реалиями, если брать оригинал, то на машине только по выходным ездить придется. Мотор VQ35DE изрядно загажен, видимо, долгими интервалами замен. Теперь возможность есть проверить в деле новое масло и сравнить с ранее используемым. Естественно, впечатление будет немедленно доложено. До этого у меня был 9-й Lancer. Уехал он в семью моего друга. В руках моих он был 11 лет. 7 лет из них он гонял на Нести 5W40 с интервалом замены 6-7 тысяч километров. В смешанном цикле до Нести использовался Ликимоли 5W40 и последние 3800 километров. 38 тысяч километров, вернее, Лукойл Genesis 5W40. Фоторокер Lancer на фото. Снимал их по причине ремонта движка из-за кривых рук мастеров. Спасибо Антону и его команде за отличный контент на каналах и огромный-огромный труд по подготовке материалов. Пожалуйста, имени не написал своего, но с тобой тоже связался, пиши в ВК, и мы узнаем, как тебя зовут. В общем, три победителя. Напомню еще раз, от нас получают три вот таких комплекта худи плюс бутылочки. Там еще по-моему, какой-то то ли ручка идет, то ли брелок какой-то еще дополнительный. Менеджер в курсе, в общем. ВК напишите, я пересылаю ваши контакты менеджеру. Наши менеджеры с вами связываются, объясняют, у вас запрашивают вернее данные, и вам отправляют бесплатно по России эти комплекты подарочные. Да, это, возможно, мелочь для кого-то покажется, но, тем не менее, мне кажется, это все равно такой приз приятный. Во-первых, это полезные вещи, вот реально, если кто занимается спортом, эти бутылочки, они, мне кажется, интересны будут. И худи, опять же, теплые худи, классные, в любое время пригодится 100%. Вот, на этом все, с вами Антон Воронков, и на канале MyGT.ru, подписывайтесь, ставьте лайки, подпишитесь на меня на Дзене, потому что, во-первых, нужно развивать свою суверенную платформу, а во-вторых, на Дзене будет выходить еще огромное количество конкурсов, у нас еще до Нового года будет, после Нового года будет, у нас еще будут неделю других брендов, поэтому все выигрывают. Мы разыграли за последние две недели 10 банок разных, 5 банок Verity, Prestige 5W30, это позапрошлой неделе. А эта неделя Eagle 5 банок 4-литровых. Дорогие масла, мы не разыгрываем какую-то дешманевскую хрень. У нас в розыгрышах участвуют классные, дорогие масла. И у нас еще, кстати, был розыгрыш по химии BioBank, вот как раз сейчас мы дарили тоже ее там с продуктами просто дополнительно. Вот, поэтому участвуйте, подпишитесь на меня на Дзене, обязательно, это важное условие для того, чтобы вы могли выиграть. Выигрывают очень много людей, последний раз, вот сейчас в конкурсе участвовало 200 отзывов, 5 человек выиграло, из них еще потом 3 плюсом дополнительные призы, поэтому выигрывают люди. Всем пока!